Я даже не помню, какой праздник. То, что раньше 7 ноября был, вы это имеете в виду? Нет. Какой праздник? Нет. А народного единства. Какой завтра праздник? А? День народного единства, так понимаю. Ну, день какой-то. 4-й день. Чего? День независимости. Ну, какой-то день. Это казанская икона Божьей Матери. 4-й завтра, да? Ну, то, что перенесли 7 ноября праздники. Ну, у меня все время, значит, праздник Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября. Вот этот праздник у нас все время от моей жизни был. И мы ходили на демонстрацию. И там был еще парад. Вот сколько я помню. А сейчас единство, народное единство. Ну правильно, хороший праздник. А, история, школа, по-моему, 6-7 класс. Сейчас база данных обнулена. К чему приурочена? Без понятия. Наверное, сплоченность нашего народа, нашей нации. Посвящено освобождению России от поляков. Ну, это Борис Николаевич Ельцин когда-то ввел, вот это, при нем это ввели. Чтобы изгнать с Руси земли русской, правильно? Народ объединился, поляков изгнали. Ну, наверное, под это единение, это, наверное, праздник и назвали. В 1612 году, когда закончился период смуты. Вот. Но, я так понимаю, сейчас его просто пытаются заменить им 7 ноября, да, день революции 17 года. В Нижнем Новгороде, нет? Москвичи, активные деятели, дружинники какие-то, ну, времен, конечно, тех давних. Ой, они возглавили, ну, что-то вроде народного ополчения и освободили как раз народ. Минин был князь, да, по-моему, а Пожарский был простым, как говорится, крестьянином, да. Как стыдно. Я знаю, что они что-то сделали, у них есть памятник в Москве. В Москве стоит памятник. Организовали, ну, все-таки разобщенно все было. Они организовали весь народ на защиту России. Были такие, да, Минин, Пожарский, сейчас в Москве на Красной площади памятник стоит, чтобы никаких проблем не было. Мы все друзья, все мы едины, все мы люди, должны уважать друг друга. Вот так я считаю.